У Гродзенскім районе загинул парапланерист. У МНС поступило поведомление о падении парапланериста у озера вёски Бросты Гродзенского района. Вартовальники достали из водоема тело 48-годового мужчины. Медики констатовали его смерть. Следствие с допомогой пересовочной криминалистичной лаборатории совместно со специалистами комитета судовых экспертиз оглядели место здарения. Попередне подчас полету на сверхлегким летальном аппарате мотопараплане жыхар областного центра не справился с кіраваннем и упал у озера, у вынику чаго загинул на месте. Следчым комитетом Гродзенской области по факте порушения правил безопасности руху, эксплуатации поветренного транспорта, что потягнуло по неосторожности смерть человека, узбуджена криминальная справа. Призначены шерох экспертиз для установления техничного стану руховика мотопараплана, допрошены сведки. Следчие совместно с управлением по безопасности полета у департамента по авиации протягивают работу на месте здарения для высветления усих обставинов.